1 сентября Клинский роддом закрывают на ремонт. Но при этом рожениц не будут направлять в соседние районы. На время ремонта акушерское и гинекологическое отделение переедут на территорию больничного комплекса. Все другие подробности уточнила у медработников Евгения Цветкова. Сейчас в отделениях роддома все спокойно. Медики работают в обычном режиме. Лечебные процедуры строго по расписанию. Суета в коридорах начнется на следующей неделе. Персонал будет упаковывать оборудование и медикаменты. Роддом необходимо закрыть на ремонт. В здании под замену пойдут внутренние коммуникации. Пластиковые трубы серьезно износились и зимой не выдерживают колебаний температур. Последние два года у нас участились варианты протечек труб. Поэтому было принято решение обратиться в Министерство здравоохранения Московской области для выделения финансовых средств на ремонт, на полную замену инженерных сетей. Наша заявка была одобрена, нам выделили деньги, и теперь, как говорится, мы вступаем в ремонт. На время ремонта роддом переведут в здание больничного комплекса на улице Победы. Родильное отделение и реанимация для новорожденных разместятся на третьем этаже хирургического корпуса. А гинекологическая переедет в терапию на шестой этаж. Для пациентов акушерского профиля в больничном комплексе организуют дополнительное приемное отделение. Мы имеем такой опыт перевода. В 2011-2012 году на период проведения капитального ремонта данные отделения были развернуты на этой территории, улица Победы, владение 2. Поэтому было принято решение пойти по этому же пути. Переезд отделений в другие отделения на вновь выделенные площади будет проводиться с сохранением работы, то есть не на один день. Гинекологическое отделение и родильный дом со своими отделениями закрываться не будут. В лор-отделении и терапии готовы принять коллег, хотя медперсоналу придется немного потесниться. Лор-направление совместят с офтальмологией. Временные неудобства продлятся около 2 месяцев. Рабочий обещает закончить ремонт к 1 ноября. Евгения Цветкова, Алексей Буланов, Наталья Красавина. Новости дня.